Да, у вокальной эстрадной студии «Десерт» все очень хорошо. И она готова без устали петь, танцевать и радовать своим творчеством всех жителей Заречного. Даже свой праздник, День защиты детей, ребята отметили на сцене. Это у других начались каникулы, а у них летний концертный сезон. Впереди еще 6 сольных программ, но это, наверное, получилось самый теплый и семейный. С любимыми детскими сладостями и песнями про маму. Родители любовались своими талантливыми малышами, забыв на время про все заботы и нерешенные вопросы, и радовались, что у их детей есть возможность искать себя в творчестве, науке или спорте, показывать свои умения другим и просто весело проводить время с друзьями под надежной защитой взрослых. Взрослые должны сделать все, чтобы дети жили спокойно, в мире, добре. И чтобы все у них было хорошо. Мы вообще работаем для того, чтобы дети жили спокойно, спали спокойно. От чего нужно защищать современных детей? От негативного, тлетворного влияния Запада. От наркотиков, от плохого влияния. Ну и детям надо заниматься где-то, ходить в кружки, в секции. От чего тебя нужно защищать, скажи, или от кого? От злых людей. От пагубного воздействия интернета на них, я считаю. Самая наша боль и опасность. Но мы, конечно, встанем на защиту своих детей от любых угроз. Ольга Орлова, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».